Привет, друзья! Сегодня разбираем разницу между словами hear и listen. Ведь эти слова очень часто путают. На самом деле все предельно просто. Вам стоит лишь вспомнить разницу между словами слышать и слушать. Когда мы слышим что-то, мы делаем это непреднамеренно. Действия совершают наши уши. Когда мы слушаем что-то, мы совершаем действие целенаправленно. Участвуют не только уши, но и мозг. Я слушаю тебя. И я слышу тебя. Это разные вещи. Можно слышать, но не слушать. Так вот, слышать это hear, а слушать это listen. Обратите внимание, что T в слове listen не читается. Как будет звучать по-английски такой диалог? Ты это слышал? Ой, извини, я не слушал. Did you hear that? Oh, sorry, I wasn't listening. Если мы говорим о том, что именно слушаем, то после слова listen обязательно должен стоять предлог to. I'm listening. Я слушаю. I'm listening to you. Я слушаю тебя. После слова hear предлоги не нужны. Я услышал какой-то шум. I heard some noise. Я слушаю музыку. I'm listening to music. Ты это слышал? Did you hear that? Пожалуйста, послушай. Please listen. Я слышу тебя. I can hear you. Ты воспроизводишь какие-то звуки, и мои уши слышат эти звуки. Я слушаю тебя. I'm listening to you. Ты говоришь какую-то информацию, и мой мозг направлен на то, чтобы воспринимать эту информацию. Если мое объяснение вам помогло, ставьте большой палец вверх. Пишите, о чем вы еще хотели бы услышать. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся.